Уфа вошла в первую десятку городов России с самыми высокими ценами на вторичное жилье. Данные на апрель публикует портал «Домофонд». Столица Башкортостана на 10-м месте. Квадратный метр площади здесь стоит 65,5 тысяч рублей. На 5% больше, чем в апреле 2017-го. В первой тройке традиционно Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В десятке также Владивосток, Балашиха, Севастополь, Хабаровск, Екатеринбург и Казань. Авторы рейтинга отмечают, лидеры из года в год практически не меняются. По словам экспертов рынка недвижимости, на стоимость жилья во многом влияет рельеф местности, географическое расположение города и даже его форма. Есть несколько типов строения городов. Это радиальный тип Москвы, когда мы просто расширяемся вширь. Да, берем для новой застройки там, продолжение какого-нибудь шоссе. Есть квадратно-гнездовой, да, где нужно построить новый микрорайон. Мы берем следующее поле и его застраиваем. А Уфа, она исторически между рек. То есть за реками коммуникации нет, их нужно тянуть. И с момента, когда вот у нас вот это расширение за город пошло, собственно, эта ситуация стала складываться. Кроме того, в Уфе для нового строительства нередко приходится сносить старые постройки, что в итоге тоже влияет на стоимость. По мнению аналитиков, в ближайшие годы столица Башкортостана вряд ли покинет топ городов с самым дорогим жильем. Одна из причин – миграция населения. В городе традиционно большой наплыв студентов и приезжающих на заработки жителей районов республики.